Здравствуйте! Это программа «Цифры и факты». Меня зовут Наталья Волынец. Сегодня затронем жилищный вопрос. Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 апреля подписал указ номер 130 об ипотечном жилищном кредитовании. Документ принят в целях совершенствования государственной жилищной политики и создания дополнительных условий по обеспечению прав граждан, получивших кредит на жилье. Необходимо отметить, что появление такого документа – это свидетельство последовательной политики государства по обеспеченности населения жильем и реакция на вызовы, наблюдавшиеся в последнее время в строительной отрасли. Дело в том, что в течение последних 10 лет в нашей стране наблюдается общее падение объемов жилищного строительства. По сравнению с 2010 годом строить стали меньше более чем на 30%. Несколько улучшилась ситуация в прошлом году, когда в Беларуси было построено более 4 миллионов квадратных метров жилья. Кстати, гомельские строители, построившие в 2019 году 500 000 квадратных метров жилого фонда, тогда вышли в лидеры среди всех регионов. В результате этого свои жилищные условия в нашей области смогли улучшить 1800 семей. Но вместе с тем, сегодня, по данным местных исполнительных комитетов, в нашей области на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий зарегистрировано более 85 тысяч граждан. А это значит, что именно столько семей ждут своей очереди на новую квартиру. Требуется отметить, что указ главы государства об ипотечном жилищном кредитовании – это своеобразный правовой инструмент для решения тех концептуальных моментов в жилищной политике, которые были изложены год назад в директиве номер 8. Напомним, это строительство высокоэффективного жилья, сохранение уровня доступных цен и развитие арендного жилищного сектора. Указ об ипотечном кредитовании, а заработать он должен в конце этого года, когда будут окончательно определены сроки действия ипотеки и ее процентные ставки, должен, с одной стороны, стимулировать развитие строительного сектора, с другой стороны, дать тем, кто нуждается в улучшении своих жилищных условий, право выбора – брать у государства жилье в аренду, либо строить собственное. Кстати, в указе об ипотечном кредитовании анонсируется, что ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать размера оплаты за арендное жилье. А это значит, что жилья должны строить больше и стоить оно должно дешевле. По данным Белстата, в первом квартале 2020 года в Гомельской области построили более 45 тысяч квадратных метров жилья. Но на долю нуждающихся в улучшении жилищных условий из этого объема приходится примерно 45%, то есть меньше половины. Остальное – это жилье для свободной продажи на рынке. Так как же будет решаться эта проблема? Этот вопрос планируется решать следующим образом. Это увеличение строительства жилья, как многоквартирных жилых домов, так и индивидуального жилищного строительства. Для этого делается следующая работа. Проводятся коммуникации для того, чтобы сегодня гражданам было проще вводить свои индивидуальные жилые дома в эксплуатацию. Государство помогает государственной поддержкой для строительства жилья, для льготных категорий граждан, многодетных семей и других категорий. Ну а также еще за счет бюджетных средств строится арендное жилье, которое сегодня очень востребовано. Я думаю, что мы этот вопрос за несколько лет решим, и мы догоним все области, которые сегодня нас обогнали. В целом, в первоначальных планах в Гомельской области в 2020 году решено построить 485 тысяч квадратных метров жилья. Примерно столько же, сколько и в прошлом году. Возможно, указ номер 130 об ипотечном жилищном кредитовании позволит увеличить эту цифру. И по итогам года многие из 85 тысяч наших семей, которые хотят сегодня улучшить свои жилищные условия, смогут осуществить свою мечту и выбрать – строить собственное жилье с государственной поддержкой или взять квартиру в аренду у государства. Это были «Цифры и факты» с Натальей Волынец. Увидимся через неделю.